Мы сейчас находимся в интеллектуальном центре Тихоокеанского государственного университета. Сейчас проходит открытая публичная защита проектов, которые были представлены в рамках открытого конкурса проектов в рамках программы «Приоритет-2030». Представленные проекты, а их было 85, из которых мы отобрали для публичной защиты 31 проект, охватывают все направления деятельности университета, все политики и, что самое главное, способствует достижению задач, которые были поставлены в рамках стратегических проектов, коих у нас три. Сегодня мы предоставляем проект 2K Life. Это приложение для наших студентов. Оно позволит вам быстро просматривать расписание, навигацию по институту, доступ к чату с преподавателями. И это упростит жизнь и коммуникацию внутри университета. Все ключевые направления деятельности, так называемые политики университета, охвачены. Все ключевые стратегические проекты, которых у нас в настоящий момент три, также нашли свое отражение среди проектов конкурсантов. Проектов, которые будут способствовать трансформации родного университета, которые позволят донастроить либо внести что-то принципиально новое в деятельность преподавателей, научных сотрудников, студентов, то есть изменить университет в лучшую сторону. По результатам защиты лучшие проекты будут отобраны и получат поддержку для реализации в 2023 году.